И после этого куда вас решили отправить на распределение? Херсон. С дипломом, с отличием. Да. А вы хотели в театре Франко остаться? Нет, я не хотела. Я хотела уехать с Украины. Я В обиделась. Херсон вы не поехали? Нет. Почему? Был такой, я не знаю, жив ли он сейчас, этот человек. Не знаю, называть ли фамилию, может, Называть. да? Морозенко. Приехал смотреть кадры. И так на меня посмотрел, и так пальчиком сказал. Сегодня у Семы ресторан «Спорт». Ресторан «Спорт» на площади Толстого. Рядом там, близко, бани. И то, и другое место очень славилось определенными людьми и их поведением. Я сказала, не піду. Ну, дивись, тобі в мене працювати. Что? Я решила, ни за что не поеду. На следующий день я пошла в бюро учета и распределения кадров. Там такая милая женщина была. Я ей сказала, что я в Херсон не поеду. Почему? И я рассказываю такую историю. Была такая пауза, потом она говорит, вы порочите наши кадры. Вы порочите. Вы порочите наши кадры. И тогда я стала думать, как быть. Я понимала, что меня будут заставлять делать то, что я не могу.